Солнце, конечно, шпарит жестко. 29 градусов показывает. Даже через, ну, с кондиционером, через окна солнце поджаривает.
Окей, кто в канале? Подскажите, как меня слышно? В канале, как меня слышно? Скажите, как слышно меня? Чё-то походу меня нифига не слышно.
Сворачиваем на Саратов и Тамбов. Thank you.
Да. Как дела? Нормально, еду. Радиостанция работает? Да не знаю, я что-то зову, зову, никто не отзывается. Я ее включил. Ты на дисплее посмотри, когда нажимаешь тангенту, кнопку, там лизинка мышь со стена полностью или чуть-чуть, я же кабель обрезал. Надо подстраивать будет. Полностью. Полностью? Да. Она, ну, значит, это самое, у кого-то не отключено или еще что-то. Ну, ты слышишь, когда они между собой общаются? Не, никого не слышно. Ну, вот при запитах, когда нажимаешь к тангенту, там лесенка немножко этот... Кто отображается? Ну, в полном. Когда нажимаю кнопку. Когда не нажимаю, моргает где-то на серединке. Ага. Ага. Это в вагоне или где? А кто? Китайцы или кто? Китайцы или кто? Я понял. Хорошо, что ты спрашивал? Что ты спрашивал? Да. Какой? Саранск? Рузаевка? Рузаевка, ну город как город, там ничего необычного. Маленький городок, пятиэтажные домики. Поэтому вообще по маячку отслеживаешь, нет? Ага, хорошо. Да не, не особо. Да. Ну, наверное. Да я пробовал. Я пробовал. Ага.
слева. С тобой, да? Да. Под углом немножко. Но все равно так же мутно же, да? Ну ты говорил, вот как через окно. Ну все так же видно, как будто через там грязное окно. А самое главное, продолжай капать все. Все, что нужно. Ну, если будет, что. Да, хорошо. Ага, хорошо, давай. Thank you.
что у нас там осталось? Расход 5,9 при работающем кондиционере. За бортом 30 градусов жары или тепла. Ну как? Ехать 1100 километров. Показывает примерно 14,5 часов. Ну, время на час